Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, вы смотрите «Самарские новости спорта». Саратовский дзюдоист Дмитрий Курдюмов в финале мемориала Анатолия Потапова с трудом завоевал золотую медаль. Исход поединка решил лишь один идеально исполненный прием. На подножке попался самарец Дмитрий Якимов. Была очень напряженная борьба, динамичная. Соперник был очень профессиональный и техничный. Мы с тренером полностью просмотрели противника, проанализировали его борьбу. И я не то что ожидал, но готовился к этому броску, и все-таки получилось сделать. Турнир памяти Потапова проходит уже в 9-й раз. В 1975 году бывший самбист создал на стадионе «Динамо» первую секцию японской борьбы. Анатолий Петрович за свою тренерскую карьеру воспитал много выдающихся спортсменов. На мемориал ежегодно, кроме действующих дзюдоистов, приезжают ветераны и родственники Потапова. Очень детей любил, болел очень за них. Воспитанники его тоже уважали. Спортом он жил, очень любил спорт. Это вся его жизнь. Молодежка Приволжского федерального округа приехала на самарский турнир перед первенством Поволжья специально. Для спортсменов до 21 года любые соревнования – это проверка своей спортивной формы. А генеральная репетиция перед отборочными стартами на первенство страны – лучший способ сделать это. Понравилось то, что вся борьба упорная, проходных поединков нет, все борются, стараются. 73 килограмма поединок, потому что там один спортсмен, член сборной нашей, а который его выиграл, он не член сборной. Поэтому, в принципе, борьба реальная, то есть молодцы, борются. Самарские дзюдоисты на мемориале Потапова завоевали 9 медалей из 15 возможных. Ощутимый вклад в победу внесла женская сборная 63-го региона. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи!